Знаю вас. Я вас тоже. Так, в ефірі телеканал «Відкритий». Зараз ми на прямому зв'язку через скайп з Максимом Гошовським, відомим зоозахисником у Дніпрі. Максиме, чи добре мене чути? Да, все добре. Зараз поговоримо про дуже важливу тему, як тварини та війна. От, наприклад, мене спонукала ця тема, коли я в Дніпрі побачила ту картинку, як у дівчини вирвали собаку та просто кинули на перон. Зараз зоозахисники її шукають. Скажіть, будь ласка, опишіть проблему, що зараз відбувається? Як багато людей кидає своїх тварин вдома, в квартирах або ж просто на вулиці? Ну, смотрите, во-первых, это паника. Паника у людей, потому что они пытаются свою собственную жизнь защитить. Из-за этого и случаются подобного рода проблемы, как была у нас на вокзале, когда действительно взяли собаку и выбросили ее. Скажем так, с этим бороться очень тяжело, потому что это людской психоз. Это уже у самих людей просто в голове есть проблема, они пытаются себя спасать. Смотрите, у нас сейчас довольно-таки много животных, люди оставили у себя дома и просто сбежали. Люди, которые не считают животных чем-то своим близким, своей семьей и так далее. Такое тоже случается. И вот, ну, есть несколько рецептов, на самом деле, как люди, соседи могут помочь. Потому что если вы, например, знаете о том, что соседи ваши уехали, а у них дома остаются животные, есть несколько вариантов, как это помочь. Если, допустим, там есть глазок дверной, его выломать и попытаться туда хотя бы воду наливать, еду просовывать для того, чтобы животное не умерло с голоду. Часто бывает такое, что люди, например, вот как в Киеве, в Харькове, да, люди могут просто-напросто пойти в магазин и уже не вернуться. То есть если соседи, например, знают об этом, опять же, попытаться что-то сделать, как-то спасти животных. У нас, например, была ситуация когда-то очень давно, мы через балкон, через большую палку засовывали еду в соседскую квартиру, потому что хозяйка умерла, и в дверь попасть невозможно было в квартиру. Поэтому надо всем возможными способами пытаться помогать. Если там есть какая-то там, не знаю, возможность в эту квартиру узнать, где ключи от этой квартиры, может быть, есть у родственников, да, ключи, либо обычно у соседей оставляют, если кто-то уезжает надолго. Вот, поэтому как бы с такими вещами надо только подобным образом и бороться, потому что как бы все мы прекрасно понимаем, что у людей паника, они могут делать вещи, которые им на самом деле не свойственны. Максим, а скажіть, будь ласка, за вашим припущенням, скільки зараз у Дніпрі може бути тварин, яких покинули так, вмирати голодною смертю в квартирі? На самом деле это неизвестно, потому что у нас довольно-таки много людей выехало из города, наверное, поехали на Западную Украину. Многие с собой животных забирают, и это правильное решение. У многих животных, на самом деле, есть большая проблема, связанная с тем, что у нас очень много сейчас переселенцев из Харькова, которые к нам приезжают, и у них собаки из-за стресса, либо коты из-за стресса могут убежать. И вот это, на самом деле, самая большая проблема, потому что в городе чаще всего люди, они оставляют либо ключи своим соседям, либо что-то в этом духе. Потому что у нас в городе, я не знаю таких вещей, когда бы у нас животных просто оставили и уехали. То есть, ну, мне, по крайней мере, об этом никто не сообщал еще. Но действительно много животных, которые сбежали во время стресса. И вот это основная проблема наша сейчас. Поэтому часто мы выезжаем куда-то на отлов, потому что, например, видим, что собака с ошейником, породистая, допустим, да, и бегает сама. То есть приходится выезжать и заниматься отловами, потому что понимаем, что это чья-то собака. Скажіть, будь ласка, як багато зараз волонтерам, зооволонтерам лишають тварину? Саме привозять хоча б так в притулок та кажуть, я їду, ось тримайте. Ну, на самом це деле, теж не варто, краще, ніж просто лишити. Смотрите, на самом деле есть еще очень большая проблема, связанная с тем, что из-за того, что у нас началась в стране война полномасштабная такая, да, ну, конечно, ее тоже много лет, но такая полномасштабная началась у нас совсем недавно. Из-за этого есть большая проблема, связанная с тем, что большинство там приютов, например, либо зоозащитников, которые содержат большое количество животных, им просто не за что этих животных кормить.
потому что у нас у всех деньги, возможности, все уходят сейчас на войну. Мы все являемся волонтерами, мы помогаем армии, мы помогаем защищать наш город и страну. Из-за этого есть большая проблема, связанная с этим. Например, многие зоозащитные организации сейчас уже молят о помощи, потому что у них нет еды, ее доставить никак. То есть у нас просто ее физически, она заканчивается в магазинах. И мы, например, не можем себе закупить корма, которую мы обычно покупали для наших животных в приюты. Из-за этого бывает так, что люди просто-напросто вынуждены оставлять своих животных где-то, потому что считают, что этому животному там будет лучше. Тем более, опять же, очень много слухов ходило по поводу того, что там через границу животных не пускают, там в поезда не пускают. На самом деле всех пускают, все нормально, все хорошо с этим. Просто у людей часто бывает паника. И люди пытаются, как я уже сказал, да, спасти свою жизнь. Из-за этого считают, что вот ты если с животным сюда пришел, ты не имеешь права сюда заходить. Но это не так. Сейчас очень легко, ну, как сказать, раньше по закону ты должен был там справку определенную предоставить, да, F1, для того, чтобы пересекать, ну, ездить в поезде, например, с животными, да, либо границу пересекать. Сейчас этих вещей нет. Поэтому дома своих животных оставлять уж точно не стоит на голодную смерть. Тем более, как говорится, животные все-таки это часть нашей семьи. Я бачила вчора повідомлення заступника мера Михайла Лисенка про те, що точно повинні пускати в потяг так, людей з тваринами. Скажи, будь ласка, а що, до цього повідомлення не всіх пускали тварин? Да, всех пускали. Там проблема, я же говорю, сугубо в личностном отношении определенных людей, которые, например, у которых, например, дома нет животных, и они считают, что животные — это там, не больше, чем мясо, это не члены семьи. Из-за этого это их была реакция, когда же, опять же, той же самой женщины вырвали из рук собаку и выкинули ее на перрон. То есть это действие людей. По закону они должны пускать в транспорт. С этим проблем никаких нет. Тем более, опять же, во время войны все вывозят все самое дорогое, что у них есть. И чаще всего для людей это их животные, потому что это члены их семьи. Опять же, все прекрасно видели эти фотографии и видео из Ирпеня, из Бучи, когда бежит маленькая женщина, у нее в руках хаски, которая больше ее по размерам. Потому что это самое дорогое, что у нас есть. Для многих животных это то же самое, что их дети. В одной руке ребенок, во второй руке собака. Я сейчас вчера, когда заехал, например, на новую почту, очень сильно удивился, какое огромное количество кормов, переносок, клеток сейчас люди отправляют сюда, чтобы люди могли вывозить своих животных таким образом. Теж не можу знайти на всяк випадок переноску, аби вона просто не стояла на поготові. Я не можу знайти. Все розгребли. До речі, Максиме, щодо собак, яку кинули в нас на вокзалі на перон, не вдалося її знайти? Ну, поки ще не було такої інформації. От, опять же, я думаю, що як тільки її знайдуть, ми сразу ж об этом, во всіх чатах будуть об этом шуміти, фотографії цієї собаки появляться. От, тому що, понятне діло, що у животного теж стрес. Ну, у нас часто было такое, когда мы занимаемся отловами животных, например, на стерилизацию, да, допустим, у нас собака может бежать несколько километров, потому что у нее стресс, она не понимает, что с ней происходит, не понимает, почему она оказалась в такой ситуации. Из-за этого, как говорится, сейчас у нас круг поиска расширился для того, чтобы попытаться все-таки найти эту животинку. Еще такое питание. Якщо у людини, наприклад, собака, ну там німецька вівчарка, чи пускатимуть такою з такою собакою в потяг, та чи не буде від суспільства, так мовити, негатив? Адже ну фактично замість цієї собаки там може ще ну більш-менш людина поміститися. От як з цього боку? Ну, просто как бы собака, когда в поезд зайдет, опять же, она должна быть в наморднике по понятным причинам, потому что большие животные, они должны быть в наморниках с ошейником, в поводке и так далее. Вот. Но собака же не будет занимать сидячее место, она будет сидеть на полу рядом со своим хозяином. Это то же самое, что сумка. Просто человек решил взять вместо сумки, допустим, свою животинку. Поэтому с этим проблем никаких не должно быть. Если люди какие-то возмущаются, ну, у нас всегда люди возмущаются. Поэтому тут ничего вам страшного нет. Закон есть закон. Они как бы животные ничего не нарушают, как и их хозяева. Они имеют право перевозить животных. Можно від вас поради тим, хто збирається тільки на потяг або збирається в дорогу, як максимально
взяти з собою для тварини менше речей, однак, щоб вони от саме були такі от саме найнеобхідніші. Як транспортувати, як зробити так, аби тварина відчувала менше стресу? Ваші поради, будь ласка. Но опять же, при любых раскладах это должна быть вода, еда, может быть, какие бы то ни было успокоительные, если собака к ним, например, приучена была. То есть есть такие определенные вещи, которые, например, часто животным дают для перевозки их. То есть для того, чтобы она была более спокойная, вот, если нет, опять же, противопоказаний каких-то. Опять же, при любых раскладах это... Людские там, а чи можно людские какие-то заспокоительные засоби давать? Не рекомендуется, потому что оно все-таки, оно людские, они сильнее, нежели для животных, поэтому такое. Есть специальные, они в аптеках продаются, ветеринарных. Некоторые аптеки сейчас до сих пор еще работают, как и ветклиники, поэтому с этим проблем нет. Там точно уж их не выгребли, как во всех остальных аптеках. Это людские сейчас найти весьма проблемно. Вот, поэтому, опять же, при любых раскладах, если это собака, это должен быть намордник. Опять же, если, допустим, есть переноска большая, да, для собаки, это в любом случае в переноске, там можно положить какую-то игрушку, либо какую-то вкусняшку для собаки, которая она привыкла к этому. Опять же, подстилку, на которой она постоянно лежит, спит, для того, чтобы она запах свой собственный чувствовала и было как можно ей легче переносить все это, естественно, выгуливать, когда есть какая-то остановка. То есть, ну, при любых возможностях сделать так, чтобы животному было комфортно. Ну, естественно, гладить, чтобы она чувствовала человека рядом. Можливо, у вас ще буде звернення до українців, аби вони дбали про своїх домашніх улюбленців? Ну, таке загальне, підсумкове. Ну, при любых раскладах... Никогда нельзя бросать свою частичку дома на голодную смерть. Надо всегда думать в первую очередь о животных. Поэтому часто бывает такое, что мы даже можем спокойно прыгнуть под машину для того, чтобы спасти свою животное или даже не свое животное. Поэтому если есть человечность в нас, то есть и мы. А если есть мы, то мы победим. У нас выбора другого нет. Мы должны бороться не только за себя, но и за наших ближних. І ще уточнення. Скажіть, будь ласка, кому зараз, наприклад, у Дніпрі, яким волонтерам, зооволонтерам можна перерахувати кошти на корм, на будь-яку допомогу? Ти вже перевіреним, або ж є якийсь єдиний рахунок, або ж це локально, ну, маленькі такі ком'юніті кожного притулку? Как у нас было раньше, так и остается. У нас сейчас есть несколько зоозащитных организаций в городе. У них у каждого есть приют либо передержка, на котором находятся бездомные животные, которые сейчас пристраиваются. Да? Допустим, та же самая верность, у них порядка 200 животных сейчас на содержании. То есть 200 животных, 200 собак, которых надо содержать, это весьма значительная сумма как денег, так и сил, так и корма и всего остального, и это весьма проблематично. Вот, из-за этого сейчас финансовой возможности практически уже не осталось, во-первых. Во-вторых, прихода денежных средств тоже нет по понятным причинам, потому что все сейчас максимально тратятся на армию, на войну, так сказать, для того, чтобы мы могли защитить сами себя. Из-за этого, да, сейчас очень большие проблемы. У каждого организации есть свои счета и рахунки, так сказать, поэтому каждый делает выбор сам, кому хочет помочь. Чаще всего мы помогаем конкретно определенным животным, да, но сейчас нам надо помощь максимальная именно в плане для того, чтобы они просто жили, эти животные. І останнє питання, обіцяю, Максиме, на вашу думку, чи зміниться після війни, а я сподіваюся, вона скоро закінчиться нашою перемогою, звичайно, чи зміниться після війни ставлення українців до тварин? Можливо, воно стане більш гуманнішим. От я ваш прогноз. Ну, наші люди и были довольно-таки гуманными, да, кто не был гуманными, они такими же и останутся, поэтому здесь как бы просто-напросто, опять же, будем додавливать законопроекты, которые помогают защитить животных от жестокого обращения с ними, да, мы все сейчас, например, знаем историю по поводу того, как Русня пришла на птицефабрику, и сейчас практически там 3 миллиона птиц просто погибнет из-за того, что нет возможности их содержать, да, потому что они там заминировали его, там, эту фабрику и так далее. То есть все мы прекрасно понимаем, что сейчас во многих вещах уже становится именно жестокость
процветает. Но все равно, когда мы победим, мы это все исправим, мы сможем сделать так, чтобы у нас все-таки была европейская страна. Мы же все-таки идем в Европу, за это и боремся. А у Європі, нагадаємо, на тварин моляться і не пройдуть повз собачки на вулиці, яка голодна собі сидить та холодна. Да? Я сподіваюся, що ми всі теж скоро до цього прийдемо, ну ще більше. Так наш рівень милосердя зросте. Максим, я дуже вам дякую. Я нагадую, що в ефірі телеканал «Відкритий» був Максим Гошовський, зоозахисник. Максиме, дякую за час. Дякую за інтерв'ю. Бережіть себе, ваших близьких. Все буде Україна. Героям слава! Слава Україні!